Народ, всем привет! Как я уже и говорил в своих прошлых видео, людям не очень нравится смотреть видеозаписи с концертов. И на это есть ряд причин. Во-первых, нету качественного звука. Во-вторых, нету качественной видеокартинки и света. А самое главное, нету вот той струны, нет такого настроения и запала, который есть на самом концерте. К сожалению, я не волшебник и не смогу сейчас все вот так вот сделать на монтаже, и чтобы было все очень качественно и круто, и чтобы вам было очень здорово смотреть. Я лишь просто хочу немного рассказать об этом концерте и настроить вас на это видео. В этом концерте я принял участие как солист, играл соло с оркестром. И что самое важное и грустное для меня, это было мое крайнее выступление в качестве студента. Потому что через несколько недель у нас наступают госы и все, на вольные хлеба. Во-вторых, мне было очень интересно поиграть с нашим новым дирижером, с Андреем Викторовичем Дикоевым, потому что он к нам приехал совсем недавно. И что, наверное, самое важное, было крайне мало репетиций, было крайне мало времени на подготовку, и мне было все-таки интересно, что же из этого получится. Заранее хочу поблагодарить весь студенческий оркестр Института культуры. Ребята, вы просто молодцы, спасибо вам огромное. Ну что, друзья, я надеюсь, я вас немножко настроил. Погнали. Лауреат международных конкурсов Павел Белков, аккордеон Кравцова. Класс заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, кандидат искусствоведения, профессор Николай Александрович Кравцов.